Глава МАГАТЭ заявила о нарушении целостности Запорожской атомной электростанции. Рафаэль Гросси подчеркнул, что реакторы неоднократно подвергались обстрелам, следы которых видели он лично и команда экспертов организации. По его словам, на станции остались 6 специалистов МАГАТЭ, двое из которых будут находиться там на постоянной основе. Подробный доклад о состоянии объекта пообещали опубликовать на следующей неделе. Я напомню, Запорожская атомная электростанция находится под контролем российских военных с конца февраля. Вот это большая красная точка. Почему она такая большая? Потому что мы до сих пор наблюдаем военные действия вокруг завода. Находясь там, я могу лично видеть пробоины от ударов на зданиях. А это значит, что физическая целостность объекта нарушена не один раз, а несколько.